Всем привет! Сегодня у нас такой вот грузовичок Volvo EDC 340. Находится он, естественно, в салоне Volvo. Вот так он выглядит на начальной стадии нашей модернизации. То есть тут все нужно собирать как конструктор. Хорошо, перемещаемся в раздел кабины. Тут одна кабина. У нас два шасси, 4 на 2. И 6 на 2. Вставляем 6 на 2. Смотрим, что у нас по моторам. У нас три варианта мотора. Трансмиссии у нас есть 4 варианта. 16 и 10. Один интерьер у нас. По покраскам есть парочка, несколько заготовочек, или же можно своять свою. Вставляем синий, или же кастом можно сделать. Давайте сделаем кастом. Ну, как мы видим, как бы мы не пытались, он все равно такой вот металлик у нас. Матовое покрытие нельзя сделать. Все равно он будет вот так вот переливаться. Ну, это такое. Идем дальше. Что у нас по внешнему тюнингу? Добавим все-таки бампер. Бампер у нас два варианта только. Такой и пластиковый. Сделаем под цвет. Здесь такие вот у нас дырочки. Может, для вентиляции, непонятно. Фары у нас находятся здесь. Текстурки фар какие-то очень мутные. Явно не 2К. Так, добавляем решетку. Два варианта у нас. Под цвет или такой вот пластикового цвета. Добавили. Это мы уже смотрим назад. Назад мы ничего не будем ставить пока что. Можно вот такую непонятную надпись поставить, которая пол окна у нас займет. Здесь у нас тонировочка окна. Я бы предпочел без, конечно. Давайте поставим светлый. Так, это мы опять смотрим назад. Надпись мы уже видели. Вверху у нас никакого тюнинга. Переходим на бок. Добавляют вот такие вот антенки по бокам. Ну, выглядят они, конечно, не очень. Я их лучше уберу, чтобы не портить и так не особо крутой вид этой машины. Так, попадаем на эту точку. И здесь вот добавляется вообще непонятно что. Я не знаю, на что это рассчитано. Это 360-340. Автор, видимо, не определился, что ему нужно. Но под эту под покраску это не подходит точно. Ну, я вам даже скажу, что тут настолько низкое качество вот этого рисунка, что я думаю, что под любой он не подойдет. Ну, давайте рискнем. Ставим 340, так. Бежим в покраску. И выбираем Custom Color. И, то есть, нам надо подгонять вот цвет под вот это непонятное что-то. То есть, это так не делается. Я просто уверен. Хорошо, давайте уберем это недоразумение. Оно нам просто здесь не нужно. Так, здесь что у нас? У нас здесь баки меняются. Пластиковые и металлик. И металлик вот такой круглый или квадратный бак. Ну, давайте круглый поставим. Он смотрится получше. Более детализированный. Сверху никаких лайт-баров у нас не ставится. Уже поставлены кондиционер, это, наверное. Вот. Что у нас по колесам, по шинам? По шинам и колесам и по дискам у нас все по стандарту. Что мы видим здесь за точку? Ага. Это у нас что? Это добавляет вот такие фары сзади. Это же эта точка. Нет, тут еще есть одна точка. Ее главное не проморгать. Вот добавляет вот такую вот
Это, скорее всего, да, это у нас такие брызговики. Выглядит, конечно, не странно. Ну, я не знаю, как тут с физикой. Давайте поставим. Блин, я не в курсе. Ну, поставим, посмотрим, может, в игре он оживет. Так вот и смотрится вообще какая-то жесть просто. Лучше бы уже без этого. Так, что у нас здесь за точка? Это уже последняя точечка. Посмотрим, на что она влияет. А, это тот же баг. Мы остановились на круглом. Тут у нас еще лесенка такая есть. Кабеля есть. То есть нужно будет проверить, как кабеля работают. Перемещаемся в салон. Мы в салоне. Что у нас по зеркалам? По зеркалам нет вариантов. Антенна, это понятно, это внешка. Вот такой вот ужасный руль можно добавить. Непонятно, что это за монстр. Такой Volvo, такой. Ну, то есть советую выбирать вот между этими двумя вариантами, потому что те другие вообще никуда не годятся. Также можно поставить на балдажнички. У нас поддерживаются и сисловские, и какие хотите, в принципе. Вот поставим черный, отлично сюда подойдет. Окей. Вот такая вот огромная кровать с вот такими вот натянутыми текстурами выглядит. Не пойми, что это такое. Так. И больше точек у нас. Вот здесь вот текстурки проглючивают, мы видим, да? Такие вот глюки. Здесь, ага, это надпись. Понятно. И это зеркало. GPS у нас уже встроен. Хоть за это спасибо, что не оставили нас без навигации. Подтверждаем. Гараж менеджер. Так, покупаем его сюда. Окей, купили. Мы его купили. И нужно ему, наверное, трейлер пристегнуть. Какие у нас тут варианты трейлеров? Это в Плимуте только такой трейлер. Ну хорошо, пристегиваем его. По цвету он не подойдет, но это вам не важно. Нам надо просто посмотреть, что там с кабелями у нас. Ну и вообще с посадкой трейлера. Итак, мы внутри нашего Volvo. Включаем, слушаем двигатель. Так он забурчал. GPS, к сожалению, что-то не видно. Давайте видим, что с DirectX много проблем у нас. Поставим время попозже, двадцатку. Стало еще темнее. Такие вот звуки у нас. Так, мы включили дождь. Блин, как-то я так неудачно стою, что дождь не попадает. Ладно, включаем свет. Засветилась приборка. Засветился наш GPS. Так вот, дальний. Но когда выключено все, наш GPS просто не видно. Приборку еще более-менее видно. А вот GPS просто слепой становится. Так, кабели у нас подцепились, но как видим, к самой машине они не прилегают, а висят в воздухе, что считаю минусом. Сам трейлер вроде бы сидит нормально, кабина так приспущена вперед. Так вот выглядит он. Давайте немножко проедемся. Есть у нас индикация. Вроде бы ничего не задеваю. Ну, темно в салоне, ну согласитесь. Я сейчас останавливаюсь. Чуть-чуть дальше. Вот
сейчас я вот останавливаюсь. Это сейчас у нас время. Я ставил 20. Я поставлю время 12. Время 12. И включу дождь. Ну, смотрите, стало немножко посветлее, но GPS все равно еле-еле виден. Спалка почему-то освещена хорошо, а вот здесь у нас такая темнота. Хотя никаких ни санвизоров, ничего нет. Так, давайте включим дождик. Weather 1. И включаем. Мы видим, что, ну как, ручка, анимация включения дворников есть. Она существует. Положение только одно. И анимация поворотников тоже есть, но дворники ничего не стирают. Ладно, давайте заканчивать с этим модом. Ему я ставлю шестерку, 6 из 10. Это плохой мод, очень сырой. Не советую ставить его. Всем пока.